И здравствуйте, это Алекс и видеообзор на Company of Heroes 2. В первой части, по большей части, я не играл, но вот во второй части рассказывается только о русском, с ними на Восточном фронте, о русских и немцах. Это бета-тестирование давалось на 14 дней. Я уже снимаю, когда вот предпоследний день остался. Мне еще один день поиграть. У меня игрушка хорошая. В компании можно пройти первую миссию, но я, вернее всего, покажу сетевые схватки, так как бета-тестирование именно они были сделаны. Не знаю, что лучше выбрать, но... Чтобы показать, я покажу просто пользовательское сражение. Будем играть за русский набор. Там меняется всякие подготовка бойцов. Но я играю всегда первым набором. Добавлю еще один компьютер. Здесь два компьютера для равноправия. Так, степь. Мне так, параметры. Стандартные нет. Ну ладно, так, это уничтожение. На уничтожении будем играть на карте Степь, Зима, Риктор, Поступ к Москве, Припять. Что-то не помню я эту карту. Там тоже болото, что-то с этим связано. Вроде бы играл, вроде... Да, играл, вспомнил. Здесь просто карта очень сложно сделана, я не понимаю, как... Так, ну, наверное, оставим так. Я все-таки буду просто показывать сам игровой процесс. Выложу, вернее всего, сегодня же. Ну, начнем. У меня она долго будет загружаться, так как это все-таки мой старенький компьютер, на котором Майнкрафт не очень даже играет. Здесь рассказывается про Припять, то, что там в 41-м году, когда сражались, немцы проходили по этому, а теперь русские проходят, изгоняя немцев. Здесь подсказки, как и во всех играх. Здесь показывается, кто первый загрузился уже, готов к бою. Я, как всегда, загружаюсь последним. Каждого по-своему. Ну, здесь да боевой дух, потом... Много чего добавлено. В подробности не могу связать, потому что я не смотрел по большей части. Ну ладно. Начали. Так, вам строим. Приндаж поддержки. И наймем сразу пехоту для. Это нам сейчас нужно. Ну вот. Союзники сразу пошли на захват. Не знаю, как они будут сражаться, но я буду оборонительный образ жизни иметь. Делать. Так, да, к ним это все ближе, конечно, ладно. То, что неудобно, здесь появляются их не здесь, а мои вообще в противоположной стороне. Это неудобно. Да, ясно. Идите в том направлении. Куда он там пехоту повел? Неизвестно. Так, набор коктейля Молотова. Лазарет, наверное, сделан. Так, у нас еще пехота приперлась. Свежие силы прибыли. Солдат готова. Идем туда. Так, здесь мы построили. Берем пулеметчика. На как насчет миномета. Саперы на готове. Строить ничего еще нельзя. Пока миссия. В советском штабе теперь есть полевой госпиталь. Набор для зачистки местности. Но это только для тяжелораненых. Так, построим боеприпасы. Да, товарищ. Так, пойдем их туда на гору. Пулемет ждет приказов. Вот пулеметчик уже приперся. Самая лучшая вещь против пехоты противника. Так. Приказ, товарищ! Меняем позицию! Нет, пока не стоит строиться. Строительство завершено.
строительство завершено. Так. Нам тогда еще миномет. Чтобы уж что-то было. Так. Строительство завершено, завершено. Вам нужно что-то построить? Могу построить, ну и тогда просто в оборону идите вот сюда, подойдите в кусты. Пути. В кустах попрячьтесь. Ну, вначале у нас только техники не очень-то будет изобилие. Минометчики готовы к бою. Будет небольшой. Так, мы уже видим пехоту противника. Товарищ, мы видим врага! Готовы! Как сражаются настоящие мужчины! Наши будут проблемы уже. Так, туда отправляем. Пусть этот бой. Кто будет стоять здесь, так. Так. Сражайтесь, солдаты, сражайтесь. Отступай. С этим закончено. Берем пушку. Рассредоточься, занять этот пункт. Быстрее. Бегом, бегом, бегом. Сейчас главное на скорости захватить первую позицию, а там уже ждать расслабления противника. Так, берем первого. Каждый командир дает особый вид пехоты. Этот дает 2-3-4-85. Крутая вещь. Так, туда пехота попалась, туда пехота попалась. Надо инженерку выводить, иначе просто забрать. Бой идет на этой стороне все более ужесточенный. Так, да. Минометчика ставим сюда. Да, товарищ. Пушку тоже сюда ставим. Нам бы сейчас какой-нибудь артиллерийский удар. Что вам нужно? Ну, все, этим ковиком из пулемета обстреляем. Так. Сейчас заложим динамитку, чтобы никто не прошел через территорию. Здесь оборону держим, глухую причем. Так. Идем. Саперы готовы. Так, здесь мы оборвали связь. Противника, так что он теперь там не пройдет просто так. Жалко, с этими мостами то же самое не выйдет. Но здесь они больше не пройдут. Не пройдут говнюки. Так, здесь мы держимся. Новобранцы нами занять это сооружение. Тут там перебиться. Не знаю, наверное, мелок найму сейчас. Хотя вряд ли. Сейчас пока не стоит. Чинит. Да, я лучше тогда найму новых. Так. Новых инженеров. И еще один пулемет. Для крутости. Командир. Так. Здесь пехота уже обосновалась. Точнее, пехоты, пулеметы и орудия. Сюда еще бы один пулемет с пехотой. Тогда бы мы были уверены за свой план. Те, кто... Снабжение атакован. Так, там были, погибли. Так. Войска ждут приказов. Вам нужно что-то взорвать? Так, приперлись. Так, еще нельзя. Я просто отдыхайте. Верно. Там. Мы дойдем туда. Пулемет готов. А пулемет мы поставим. Куда-нибудь сюда. Готов двигаться.
Да, было у этого сектора. Так. Ну здесь солдаты войска так готовы. Уже не нужны, по большей части, значит, переводить их надо в контрнаступление. Мы захватим это для советского народа! Оказалось, у нас уже в ТУ. И ничего с этим я не могу поделать сейчас. Бой идет здесь, причем наши источенные. Минометы. Где перестрелка? Ну, как обычно. Возьмем здесь ранее. Во! Теперь у нас будет такой доступен 5, 3, 4, 85. Умник прикрывается. Хочет делать прибывшие все подряд. Нет. У нас, короче, будет скоро тут проблема. Чем быстрее засон сделаете? О нет, к нам вошли в тыл, я не заметил. Так, кто здесь у нас есть? Гвардейский отряд. Вот, вот этого наймем. Тоже подойдет. Вот, черт, все погибли. Всех перестреляли, короче, просто одним снарядом по минам зарядили все. ПТУ на месте. Я тут уничтожен. Можешь смерть, чем отступление. Короче, непонятно, в какую сторону стоит на пулемет, потому что враг со всех сторон уже. Короче, не разбери их, как и в тылу врага, потому что в тылу врага то же самое было. Непонятно, кто где. Видно все до конца. Никто никому не сдавался. Подходим парень по этим грудникам. Бумс! И взрыв. Не стреляйте этих грудников, надо посмотреть. Огонь! Заряжай! Цельсь! Блин, исчезли. Ничего, мы еще найдем. Осторожно, стреляйте. Давай, 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 давай. Заряжай, цельсь! Блин! Заряжай, цейс, блин! Готов! Ух ты ж! Орудийный расчет на готове! Надо идти! Ждем приказа! Отбываем! Орудие на готове! Короче, мясорубка получилась. Так, берем 3-4-ку и подгоняем сюда. Давай, открой все по спирометам Максима. И первый готов, и второй готов также. Давай, давай. Дай ему за пулемет сесть. Нет, он его убегает. Бей его, бей его. Не, убег. Бумс. Ты ловуй тебя, говнюк. Так, кто здесь у нас? Пулеметчик. Короче, ставим миномет прямо сюда. Все-таки хоть не калиберный. Давай
будет, если он захочет. Ну и так. Где здесь наш что? Мужики. И построим еще один. Фигню, которая будет нанимать Катюши. Так. И наймем. Медогранейцев или еще один миномет, как ребята. Не знаю, даже. Хотя можно собирать оружие, но как-то и молоты. Так, появилось для тебя оружие, точнее место. Нет, они хотят уничтожить мой топливный бар. Огонь, пали всех гадов. Бум, один такой. Бум, давай, канонов, блин. Короче, разбегаемся сейчас со всеми грибниками. Бей, гадов. То, что от меня напрягает еще, немцы говорят по-русски, так что можно спутать немцы, немецкие переговоры со своими русскими. Так. Мы построили ее, нет еще. Пехота, основную пехоту, точнее, еще. Огонь! Привет! Бум! Была техника. Нету техники. Ух ты. По нам изменяют люди, походу. Так, у нас появились новобранчики. Посылаем их на фронт. Всемирный фронт здравоохранения. Так, блин, транспортер где-то уничтожили еще, но еще и вот здесь. Здесь вообще оборона стальная. Хотя уже вижу пробел я. Ждем команду. Блять, правый фланг нафиг не получится. Вот сейчас разберемся с этим грудником, бля. Хотя, мне кажется, наши уже разберутся с ним. Лучше я отправлю лучше на что 3-4 на 5 фанка и разберусь с теми там. Так, у меня опять немножко просело FPS только сейчас, вы наверняка заметите в видео. У нас еще появились стрелки. Так, я прямо куда-нибудь туда впадаешь. Давай, кидай, как ты молотого. И шагу назад! Не знаю, ну тут даже вблизи, если пехота будет стоять, и фиг уничтожит. Немного в бок полезли. Давай, бей, говняков, бей. Первый говняков. Ждем вашей команды. Пора в поход, товарищи. Бей, гадов. Враг уничтожил еще один отряд пехоты. В каком месте? Похоже, это здесь произошло. Да, вот они все погибли здесь. Чем мы за них еще отомстим? Мы тут как на ладони! Это хорошая позиция для пулемета. Готовьтесь перетаскивать пулемет! Ну нет. Главный враг Т-34. Т-34 едет!
Короче, помочь мы ничем не можем. Еще больше наших войск потеряно. Где на этот раз? Вражеские войска занимают сектор. Короче, если это 4 на нем, мы всем говнюкам наделаем хороших. Так, у нас нужен пулемет. Я знаю даже, где нужен пулемет. Орудийный расчет на готове. Мы обнаружили врага. Ту еще один танк. У нас большие проблемы. Короче, либо нас сейчас по... Вернее, все у нас сделают. Так, сейчас у нас появится еще катюшка. Мы поставим где-нибудь здесь. Бум. Я проигрываю, причем жестоко, но это всего лишь видеообзор, и это средний уровень сложности. Блин, бей, бей тогда уж по нему. Вот почему я не люблю Т-34. Отступай назад немного. Быстрее, быстрее. Давай, душа, а то от тебя не останется ничего. Против среды. Ваш приказ? Враг атакует! По вам открыли огонь! Ложись! Граната! Гади, говнюк. Надо идти! Быстро! Почему она не горит, я не знаю. Необычно. Мы всех перебили на этом фронте. Вот сейчас нам придется даже посмотреть. Ну что я потратил, да? Тут пулемет. Бля, в него попало, ему пофиг. Отходи, 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 а то по тебе сейчас пойму. Беги, 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 беги. На этом наверняка закончится мой видеообзор. Я проиграл, я неудачник. Точнее, комп оказался сильнее моей армии. Точнее, он просто поломный фон. Так. Бум, спелый готов. Огонь! Из последних сил, огонь, товарищи. Всех там перебили. Сейчас попробуем еще раз. И вообще прикольные людишки нас порвали как детей. Сейчас попробую еще менять людишек, которые помогут нам защититься хоть чуть-чуть от них. Хотя нет, вряд ли они нам помогут. Ну, хотя бы один танк средний мы взяли. Бой. Отправили на дно. Все погибли. Сразу. Блин.
Короче, надо, сейчас надо ПТшки нанимать, иначе нас порвут. Быстрее, быстрее. Гвардейцы. Занимайте позиции, огонь! Противовоздушка против нас. Ну давайте, выводите двигатель. Огонь! Давай, давай, разворачивайся и стреляй в меня. Быстрее решайте! Дома напали! Короче, мы... сопротивляемся, нифига не получается. Вот так вот, товарищи, битва до конца. Давай, взрыв. Не, нифига. Против них хоть не действует. Думаю, на этом я показал геймплей, потому что нас всех перебили, несмотря на то, что вначале я побеждал немного. Мы уже проигрываем, сил у нас нету, чтобы сопротивляться против такой-то мощи. Ладно, всем спасибо за просмотр. Покупайте эту игру, она стоит там вроде 800 рублей и 600 в стиме. Игра очень хорошая, играть лучше с друзьями, в одиночку только из компании пройти, ну потом все равно становится скучно. Ладно, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь и до свидания.